Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua. Меня зовут Александр. Перед вами смартфон, огромный фаблет от компании Xiaomi. Компания Xiaomi выпустила смартфон под названием Xiaomi Mi Max. Это модель в размере 6,44 дюйма. Это действительно огромнейший смартфон. И, например, Ulefone Paris, у которого 5,5 дюймов против Xiaomi Mi Max, выглядит просто карликом. Эта модель ориентирована на рынок, скорее всего, из 2013 годов, когда были в продаже смартфоны с размером 6,5 дюймов. Этот смартфон может заменить с легкостью любой вам планшет, то есть он практически имеет такой размер, как планшет 7-дюймовый, 6,44. Но при этом супер мощная начинка, интересный дизайн, тоненький корпус, металлическая основа здесь, 2,5D технология дисплея. Ну, в общем, очень интересный вариант для приобретения. Коробка вот такая у нас. Здесь все ее технические основные характеристики. Версия в продаже сейчас на 3,32. В комплектации поставляется вот такая документация. Здесь внутри этой документации есть вот такая скрепка для открывания лотка под сим-карты и стандартный набор. Это зарядка и USB кабель. И внутри вот там вот еще переходничок под наши розетки. Смартфон Xiaomi Mi Max. В данный момент вы видите его в исполнении Gold. Есть еще в продаже Silver и есть еще в продаже Grey цвет. То есть это черная панель спереди, сзади он темно-серый. Все стандартно, как у компании Xiaomi. Это 6,44 дюймов дисплей. Это 2,5D технология. Экранчик у нас такой вот закругленный. То есть это ударопрочная такая технология. Full HD разрешение дисплея, естественно, датчики приближения освещения, 5-мегапиксельная камера на тыльной стороне и динамик. Снизу у нас 3 сенсорных кнопочки, которые очень-очень легенько так подсвечиваются. Это кнопка меню, домой и назад. Снизу смартфон имеет вот такие вот симметричные отверстия. Слева это микрофон, справа это динамик. Разъем USB у нас стандартный 2.0. Сверху у нас инфракрасный порт, разъем под наушники и микрофон второй. Сзади смартфон выполнен в металлической основе. Это гордость, в принципе. Вот эти вот вставочки — это пластик, точно так же, как и у Xiaomi Redmi Note 3 и 3 Pro. Сканер отпечатков пальцев и логотип компании. По бокам это у нас качелька громкости, верхняя кнопка включения и выключения. И здесь лоток для сим-карт. Быстренько покажу, что из себя представляет этот лоток. Это стандартный комбинированный лоток для одной нано-симки, а второй микро-симки. Либо для карточки памяти microSD и для карточки памяти. Ну вот вы, в принципе, все сами видите. Тут все более чем понятно. Появляется эта модель в продаже в двух версиях, насколько я понимаю. Версия на Snapdragon 650 с памятью 3.32 и 3.64. И будет какая-то версия еще одна на процессоре Snapdragon 652. Наверное, какой-нибудь Xiaomi Mi Max Pro с памятью 4.128. Но пока что об этой модели вообще ничего не известно. Известно только то, о чем я держу, что я держу в руках. Итак. Сканер отпечатков пальцев, я его затестировал. В принципе, сканер отпечатков пальцев отрабатывает отлично. Я один раз настроил этот отпечаток, и срабатывает он полноценно. Крайне-крайне редко он не срабатывает. Но когда срабатывает, то что тоже плюс, смартфон сразу входит в режим полностью разблокированный. То есть не нужно его, вот как, допустим, двойной этап, он его просто выносит до экрана разблокировки, потом еще нужно пальцем. Это глупости. Вот сканер, он разблокирует его до рабочего стола, где больше ничего не нужно, только нужно брать и работать. Экран, конечно, шикарный. 6,44 дюйма, IPS матрица, Full HD разрешение, углы обзоров отличные, цветопередача, картинки есть самые разнообразные, можно поставить на обои, самые различные оттенки будут. Ну, в общем, экран, конечно же, когда вот ты держишь в руках такую огромную матрицу, огромный 6,44 дисплей, то, ну, изображение с таким качеством, ну, просто шикарно смотрится. Можно наслаждаться только одним экраном.
Прошивка здесь полноценный русский, украинский язык. Ничего нигде, ничего переводить не нужно. Все отлично работает, без каких-либо нареканий. Прошивка у нас здесь вот такая. MIUI, глобалка 7.3 стабильная. Эта уже прошивка идет сразу 6.1. На данный момент эта прошивка не обновляется, не видит он обновлений. Он считает, что данная версия на данный момент самая актуальная. Вот пока что вот с этой прошивкой продаем эту модель. Звучание смартфона мне понравилось. В принципе, внешний динамик отрабатывает отлично. Сейчас продемонстрирую вам это. Громкий, чистый, звонкий такой звук. Разговорный динамик, микрофон тоже меня порадовал. А вот в наушниках хотелось бы немножко большего. Все-таки смартфон считается флагманским, цена довольно-таки высокая. Но в стандартных настройках есть очень много различных там приспособлений, эквалайзеров, выборов наушников. Так что здесь можно будет поиграться. И я думаю, что как бы можно будет настроить звук под себя, чтобы он был максимально оптимальным лично для вас, такой, какой вам нравится. По техническим характеристикам из программки Antutu я сейчас вам покажу. Набрал он, к моему удивлению, всего лишь 55 тысяч баллов. Данную модель можно рассматривать как полную аналогию Xiaomi Redmi Note 3 Pro, потому что размер 5,5 дюймов там, но точно такой же дизайн, точно такой же процессор, объемы встроенной оперативки и так далее. Вот Pro-версия Xiaomi Redmi Note 3 Pro набирает в районе 75-80 тысяч баллов. Эта модель набрала 55-060, но не обращайте на это внимания, это, скорее всего, излишки прошивки относительно новой. И во всех играх смартфон просто разрывает, Asphalt 8 идет, ну, очень на ура, и за эти цифры вы можете не переживать. Итак, 6.0.1 Android, 650-й Qualcomm Snapdragon, 510-й Adreno графический ускоритель, Full HD, 16 мегапикселей камера, 3 гигабайта оперативки, 32 встроенных, процессор у нас 6-ядерный, максимальная частота его 1.8. Мультитач у нас, естественно, 10-точечный, тут даже можно было не проверять. 5-мегапиксельная фронталка. Теперь покажу вам, как играет Asphalt 8, так как циферки в Antutu почему-то не небольшие. И сейчас с вами убедимся, что все-таки здесь Snapdragon 650, и что запас производительности и мощности у этого смартфона просто зашкаливает, потому что игра идет, ну, как нельзя лучше. На самых максимальных настройках это естественно. С игрушками, в общем, не будет у вас никаких проблем, потому что это действительно флагманский топовый смартфон. То, что меня очень сильно порадовало, это то, что компания в такой большущий смартфон поместила аккумулятор емкостью 4850. Кстати, заметьте, что толщина смартфона при этом очень и очень тоненькая. Ну, все сделано благодаря тому, что диагональ огромная, и его можно было по площади разместить, сделать более тонким, но практически на всю длину смартфона. Показывает этот аккумулятор действительно шикарные результаты. Я тестировал стандартно в Antutu тестере этот аккумулятор, и он у меня показал сногсшибательные 12693 балла. Чтобы вы понимали, что это за результат, это результат когда-то в прошлом флагманской модели в плане автономности Lenovo P780, который держал, ну, супер долго по тем временам. На данный момент данная модель держит тоже шикарно зарядку при таком размере дисплея, при такой производительности. Этот результат лишь немногим проигрывает Asus Zenfone Max, Alcatel K6000 там, и HomeTom HT6, у которых по 6000 мАч, и у которых по 5,5, и у которых по сравнению с этим процессором просто процессоры древнего века. Вот так вот я вам скажу.
Здесь топовый флагманский процессор для данной ценовой категории, суперпроизводительность и вот такая вот автономность. Смартфон реально будет держать зарядку, ну, я думаю, дня 4-5 в умеренном режиме пользования. Ну, а если активно пользоваться смартфоном, то он не сядет у вас за один день. Это 100%. Ну, посадить его за один день, это нужно взять и втыкнуть в игру на 10 часов там или на сколько. Вот такая вот информация. Камера здесь полностью аналогична той, которую вы могли наблюдать или не могли у Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Это 16-мегапиксельная основная камера, пятерка фронтальная. Здесь есть много различных интересных режимов. Один из самых популярных режимов – это ручной режим, где вы можете выставлять свой баланс белого, фокусировку, выдержку и ICO. Можно выставлять различные таймеры, панорамы, ночные режимы и так далее. Качество фотографий мне лично нравится. Делает смартфон неплохие фотки. Качество вы сможете посмотреть у нас по фоткам в приложении к этому видео. Ну, с довольно-таки большого расстояния я делал эту фотографию. И вот авторынок, надпись у нас отчетливо видна. Поэтому могу сказать, что камера, в принципе, мне понравилась. Было бы прикольно иметь у себя под рукой смартфон с такой, именно с такой камерой. Ну, детализация иногда хотелось бы больше, но, извините меня, это просто смартфон. Это вот функция выполнения с ручным автофокусом. Макросъемка, грубо говоря. В общем, видео записывает. Давайте сейчас посмотрим, в каком режиме разрешение видео может записывать у нас смартфон в формате 4K. Я вам что-то сниму на это видео, на этот смартфон. Ну, я вижу, что уже качество отличное, это не может не радовать. Опять же, видео сможете посмотреть в приложении к этому видео. Информация о видео. Я записал 8 секунд и заняло у меня это все практически 44 мегабайта. То есть 100% 4K размер. Xiaomi Mi Max — это модель, которая просто получила больший размер от Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Тут точно такой же процессор, тут установили больше аккумулятор под стать его размеру, точно такая же камера, экран и так далее. Из достоинств данной модели я могу выделить то, что действительно разработчики, решив сделать такой смартфон с такой большой диагональю, сделали его с большущим аккумулятором. Это огромный им плюс, и это то, что заставит эту модель людей, я думаю, покупать. По всем остальным параметрам это стандартный, хороший, крутой, бюджетный смартфон от компании Xiaomi, который за свои деньги сможет с легкостью перебить любые предложения от Samsung, HTC, LG на нашем рынке в Украине, да и не только в Украине, я думаю. К недостаткам я не знаю, что отнести. Модель сбалансирована, прошивка на русском языке, камеры снимают хорошо, сканер отпечатков пальцев, к моему удивлению, работает достойно. Металлический корпус, тоненький, аккуратный, комбинированный лоток SIMAX с возможностью подключения microSD карточки. Да все, в принципе, в этом смартфоне хорошо, поэтому если вам нужен большой, действительно большой смартфон, если вы давно ждали на рынке что-то такое большое, а так как у нас на рынке что-то такого большого уже давненько не было, эта модель может вам понравиться, и вы можете захотеть ее приобрести. А приобрести можно смартфон в интернет-магазине antelife.com.ua. Поэтому подписывайтесь на наш канал, заходите к нам в группу ВКонтакте, заходите к нам в интернет-магазин. Xiaomi Mi Max сейчас есть в наличии. Будут и другие расцветки. На этом все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Всего доброго.